утро на Енисее. Это банально, остров Татышево есть самое, наверное, любимое место, потому что это парк, это природа. Фонтанчики, здание побелены вот аккуратненько. Набережная. Согласна. Вас присмотрел для нас мой оператор. Скажите, ваше любимое место для отдыха в Красноярске? Я только переехала из города Абакана, поэтому я только изучаю город. Перед компьютером однозначно. На улице что ловить? Но почему бы не прогуляться по такой прекрасной улице мира, которая раньше, между прочим, называлась Воскресенская? Да, и улица эта очень известна, потому что она вела к самому главному собору, на месте которого стоит БКЗ. Замечательно. А вот это что за здание? А это особняк купца Годолова. И построен он в 19 веке. Это была жемчужина, между прочим, Красноярска, потому что был уникальный дом, который имел водопровод, электричество, канализацию. Здравствуйте, а где в Красноярске лучше всего селфи получаются? Наверное, здесь, на этом фонтане. И вы сюда ходите постоянно фотографироваться? Да, что делать, кому сейчас легко. Гремячая грива. А чем там занимаетесь, спортом или просто прогуляете? Гуляем с ребятишками, да. Это правда? Тебе нравится в парке гулять? Гэс. Да, это не совсем в Красноярске, но самое любимое. Остров Татышев по привычке. А что там любите делать? Удобно заниматься спортом, есть площадки спортивные, можно покататься на чем угодно. А город постоянно меняется, преображается, становится более симпатичным, интересным, более современным. Но в том числе старая архитектура центра достаточно неплохо сохранилась. У нас на набережной зарядка от солнечных батарей, телефон можно зарядить. Еще не был, еще нет. Я вчера прилетел и обязательно посмотрю.